Снова здравствуйте, друзья. Опять я приехал на метальчик, покопать метальчика. Вот у нас вот такая заброшка, дом заброшенный. Можете видеть, вот вся территория. Ну и сейчас будем копать здесь метальчик. Как говорится, вот наш пират лежит. Верный помощник наш. Все, вот наша заброшка. Будем сейчас копать метальчик. Ну что, поехали, друзья. Итак, начнем. Вот я уже начал копать. Вот уже пошел металл. Вот, нельзя видеть. Вот, рессора. Набок. Вот видите, что-то большое, друзишки. На улице коронавирус, а у меня не так. Уголочек, кусочек. Медная трубка. Друзишки, нашел место, где много металла. Помог достать. Ладно, друзья, вырою, то обязательно покажу, включусь. Вот, ребята, друзья, долго рыл и вот вырыл вот такой вот. Ну, типа как калитка, что ли, не знаю. Все, будем продолжать дальше рыть. Как что-то найду, сразу включусь, покажу, что нашел. Что ж, ребята, нашел я метальчик. Сейчас оденем рукавичку. Будем копать, как говорится, будем копать. Такая вот железячка от трактора, не знаю. Набок. Ну что ж, друзья, продолжим. Вот, нашел метальчик. Должен ей врыть. И вот такая. Вот такая трубочка. Такая труба. Вот от пробки проверяем. Еще один звук. Еще один звук, ребят. Еще
маленькая пробочка. Такая маленькая пробочка. Железяка от катушки. Что-то по мелочах. Сигнал. Ладно, ребята, идем так поищем. Вот, ребята, пошел сигнал. Идет кругом сигнал, выкопаю и покажу. Ловил буквально минут так 5. Все. Сейчас я еще вам покажу, включу, сколько я металла нарыл. Буквально за 2 часа. Ну вот, ребят, это весь металл, что я сегодня накопал буквально за 2 часа. Вот, только что приехал домой, взвесил полностью этот металл, 77 килограмм. Все, кому нравятся мои видео, кому нравится это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, ну а с меня видосы, а с вас, ребята, подписки. Ну все, кому понравилось видео, обязательно лайк, и все будет гитара, и все будет хорошо. Все, всем пока и до новых встреч.